Сегодня у нас 18 мая 2017 года. Он коршун летает. Здесь приехал Колесин, у нас пашет огород. Это у брата Никиты Колесникова. Вот он дом у него. Усадьба вот эта его вся. Вот здесь и пашет. Красавец. Вон еще другие птицы появились. Я хожу, собираю. После него очень много крену тут у Дея Павла, который здесь жил, Лапкин. Как говорят, хреновый огород. Вот. Я уже очень много насобирал. Сейчас даже могу показать. Это у меня там барана, видимо. Угу, поправил, вышел. Вот я уже тут вот набрал целую кучу крена, корешков вот этих. Не знаю с ним, конечно, чего буду делать, посоветуюсь. Может, просто выбросим, а может, что-то сделаем из него. Сейчас, правда, весна, начало, помидор-то нету. Может, было хреново сделать. Вот так вот. Ой, красивое небо, в облаках все. Чудные дела Господа. Как есть у Веры Кушнир стихотворение. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть о Боге мне никто не скажет. Скажет Ио ночью над рекой. Скажет звезды, солнце, луна. И там дальше перечисляется. Очень хорошее стихотворение. Божественное. Вот. Бежит тоже, собирает. Что ей нужно. Слава Богу. Несколько лет огород не спахивался, надо будет все это убирать, почки, траву. Ну, с братом с Никитой с Божьей помощью справимся. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.